Всем привет, тут у нас игра из Scream 4, сегодня будем выбирать за пределы карты. Если что, сразу предупрежу. Я скачал мод на игру, ну не мод меню, а просто мод ап. Вот, у нас, кстати, обновился Ice Cream, там добавили на настройка низкой графики и исправленные баги. Давайте начинать, будем играть. Да, на призрак, кстати, я нажму сейчас на 65 ловушек. И реклам нет, я играю без нета. Господи, я чихаю еще, не знаю почему. Но сегодня мы будем выбирать за пределы карты помощью бомб. У меня бомбы бесконечные. Сейчас вы подумаете, что у меня 5 бомб. Но это не точно, сейчас вам покажу. Выбираемся. Знаете, сейчас поставлю. У меня 9-9-8 бомб. Давайте поставим, вот так побольше поставим бомб. Во-во-во-во, сколько бомбы! Вот сейчас подорвется. Бом! Эпик! У меня даже подгличивает. Ну все, отвисло. Теперь давайте вылезать за пределы. С первого раза, смотрите. Видите, кстати, маленькая прорисовка. Это специально сделали, для, если у кого-то слабые телефончики. Ну хоть за это респект разработчикам. Вы видите, какая улица. Обалденная. Классно я прыгаю, да? Сейчас. Сейчас запрыгнем, все запрыгнули. И, кстати, вот дальше мы не идем, потому что мы упадем за пределы карты, я это проверял. Еще плотно, это удивительно. Кстати, вот сюда дальше не идем, это фейковая земля. Мы сейчас, мы упадем, кстати. Ну, давайте дальше поисследуем карту. Я в шоке, что это просто... Вот, запрыгнули такое, смотрите, что здесь у нас. Это у нас фабрика. Ой, телефончик сдох, сейчас поставим зарядку. Смотрите, шок-контент. Это просто шок-контент. А если посесть, кстати, мы не можем. Давайте мы сюда заберем с помощью бомбочек. Ну, давай, забирайся. Ну давай, ну забирайся. Да, чем больше бомбочек, тем больше лагов. Ну давай, забирайся, перс. Чё персонаж не умеет забираться? Всё, у меня уже лагает. Ну извините за лаги, это мой телефон такой тупой. Видите? Видите, какие прикольные? Прикол? Молодцы разработчики, что здесь плотно все сделали. Но баги здесь есть, но это не баг, а потому что мод используем. Да просто в шоке, что разработчики сделали плотно ее карту. Я просто в шоке. Может быть, туда попробую забраться. Давайте попробуем. Да неужели? А, не с первого раза. Это я могу попробовать. Давай, давай, поднимайся, перс. Я забрался только что. Только что забрался. О, все, не могу. Телефону сейчас плохо стало. Просто шок. Но я хочу забраться вот на крышу фабрики. А может, мне надо идти? Ходить нам не надо, кстати. Давай попробуем забраться, чтобы мы не ходили. А, понятно как. Кстати, неплохо мы начинаем забираться. Так, только осторожно, чтобы мы не упали. Ни в коем случае. Ты будешь забираться, перс? Перс тупой. Да не получается, это хардкор. Мне еще чуток осталось. Интересно, плотная ли крыша? Это риск. Я сейчас упаду и все. А ну все, я не могу подняться. Просто шок-контент. Давайте вот, вот так. Ах ты! Я ты крыса, игра. Мне не получается вот сюда залезть, это хардкор.
Сейчас получится стопудово. Но придется мне натерпеться лагов таких жестких. Я паркурщик. Ну все. Все, игра, все, сейчас выйдет игра. Не лагай игра. Все. Все, не лагает. Они все-таки лагают, потому что очень много родов. Видите, я почти забрался. Шок-контент лагает уже. Не, игре плохо. Так, давайте какую-нибудь превьюху сделаем. Да хватит игра лагать. Вот сколько родов? Давайте сейчас выключу интерфейс. Ну, чтобы все было видно. Куш превьюшку сделать? Такую? Вот так сейчас сделаем. У вас все неплохая превьюха. Ну что ж, ребят, вот такой был обзор карты. Давайте напоследок мы свалимся. Шок. Где? Ну что, ребят, давайте на этом видео закончим. Ну что, а мы падаем. Уи, мы сквозь стену упали. Всем пока-пока.